На площадке в Краснодаре баскетболисты клубов «Калий Баскет» и «Тринта» Московская область. Нужен был валидол тем, кто наблюдал за этим матчем. Эта игра оказалась самой напряженной. В первой четверти наши парни не уступали москвичам. С первой же минуты начали забивать. Но столичные спортсмены перехватили преимущество. Во второй четверти березняковцы немного сдали позиции, но не расклеились и вырвали победу буквально на последних минутах матча со счетом 56-54. После второй четверти мы проигрывали 12 очков. Вот. Мы собрались и отыграли эти 12 очков. Егор Усков, Егор Буторин, Тихон Лебедев, Игорь Мосин из усиления. Мы с ними хорошо сыгрались. Из-за этого мы с ними выиграли Тринту. Кстати, Сережа в очередной раз признан лучшим игроком команды. Его средняя результативность на данном этапе составила 26 очков. Невероятный успех и абсолютную победу во всех матчах полуфинала отмечает и тренер команды Александр Крепышев. Это первые соревнования такого уровня для команды 2011 года. У нас в первой пятерке Сергей Якушев, во второй Егор Усков был. То есть вот их защитники начинали сильно прессинговать, да, и дабы, чтобы не совершить какую-то там глупую ошибку, потерю, то есть ребята им остальные помогали. То есть они ставили заслон где-нибудь, наоборот, выпускали там к мячу ближе. То есть заслуга вот всех вот этих очков, пусть она записана на одного игрока, но результат это идет командный. Помимо тактики, для таких соревнований важна и физическая подготовка. Спортсмены много тренировались, делали упор, как говорит центровой Егор Буторин, на физику. Баскетболисты уверены в нем на 100%. Благодаря ему и сильнейшей пятерке команда вышла в финал всероссийских соревнований, который состоится в Москве. С ЦСКА мы будем очень сильно напряженно играть. С ними мы еще ни разу не сталкивались, поэтому нервничаем очень сильно. Как справляться с этим нервозом? Не знаю, будем тренироваться. И еще раз тренироваться. У березняковской команды хорошая школа. Это отмечают и тренеры других клубов на всех выездах, которые проходят благодаря проекту компании «Уралкалий» по развитию баскетбола как массового вида спорта в Березняках и Соликамске. Даже идут разговоры, а можно ли нам кого-нибудь из вашей команды как-то взять? Конечно же, ответ отрицательный, то есть мы работаем с ними, мы выращиваем их. И все это благодаря Павлу Уралкалию. Огромное им за это, конечно, спасибо. Пожелаем парням удачи на самом сложном этапе всероссийских соревнований – финале. Валерия Галакова, Владимир Покровский. Наши новости.